значит, будет мой первый обзор обуви, кроссовочек. Купил себе, значит, иники. Иники на бустах. Ну, иники и так на бусте. Что могу сказать? Просто, просто офигенно. Такое чувство, что я, не знаю, на перине иду. На таком, знаете, толстом, мягком, зимнем одеяле. Не в том плане, что мне тепло и жарко. В том плане, что дико мягко. Просто офигенно. Такое ощущение не передать словами. Я надеюсь, это видео посмотрит моя жена, и я могу сказать тебе: дорогая, я теперь буду ходить с тобой, гулять с тобой сколько угодно, где угодно. Просто километры буду нахаживать в этих кроссовочках. Долгое время я как-то обходил их стороной в магазине. Видел их, привлекали внимание своим дизайном. Простым, таким олдскульным, оригинальным. Но как-то хотелось чего-то другого. Мне больше нравятся там тубулары, знаете, НМДшки. Но однажды решил взять померить, обуться. И просто не хотел с них вылазить с тех пор. Просто не хотел вылазить. Они настолько удобные, они настолько гибкие. Этот буст, это просто офигенно, друзья. Иники, иники. Расцветочка, зацените расцветочку на лето. Напишите свое мнение в комментариях, друзья. Adidas иники. Всем пока.